В микрорайоне Асар-2 проводится огромная работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. В ближайшее время к водопроводу здесь планируют подключить 11 тысяч жителей. Накануне с работой по водообеспечению в микрорайоне Асар-2 ознакомились представители партии Нур-Отан. В микрорайоне Асар-2 поэтапно решаются проблемы по проведению инфраструктуры. В прошлом году сюда начали ввести водопровод. На сегодняшний день сюда проведено 156 километров водосистемы. Чистой водой обеспечено 2765 домов. 76 абонентов, не вошедших в проект, подключены к подрядной организации ТО «Сарагаш-Аман». В настоящее время в течение 3 дней ведутся работы по промывке 110 труб 300 размера. Началось подключение абонентских домов. В настоящее время мы подали воду в 60-70 домов. Сейчас проводятся работы по оформлению документации лицевых счетов каждого абонента. Для этого людям необходимо предоставить подрядной организации копию госакта на землю и копию удостоверения личности, рассказали члены партии Нур-Отан. Сегодня к нашей радости в населенном пункте Асар-2 подключено 2800 абонентов питьевой воды. Давно ожидаемая народом проблема решена. Работы выполняются по плану. В следующем году мы охватим 100% населенных пунктов по Шымкенту. Долгие годы жители микрорайона Асар-2 были вынуждены пользоваться привозной водой. Благодаря государственному финансированию микрорайон проводятся все блага цивилизации. Сначала здесь не было ни света, ни воды, ни газа, и дорога была плохой. Вот теперь, слава богу, можно сказать, что все есть. От имени жителей выражаю благодарность Акиму города Шымкент, Мурату Атенову и администрации Каратавского района. В ближайшее время жители микрорайона Асар-2 будут полностью обеспечены электроэнергией, голубым топливом, питьевой водой и качественными дорогами. Сейчас решается и вопрос с пассажирским транспортом. Ажина Рапова, Асылбек Мансурхан, новости.